Демьян бедный. 7 февраля 1943 года. Народное мужество. Мир не видал таких осад, какой был осажден могучий Сталинград. Уж полчищ вражеских несчетные бойницы приблизились почти до волжских берегов. Но город-богатырь, разгладив рукавицы, обрушил свой кулак на головы врагов. И вот, у вражьих тел, застывших средь снегов, замерзшие глаза расклевывают птицы. Не так ли русскому Илье-богатырю, чьей доблести пример нам особливо дорог? Я белу грудь твою вспорю! В тихчайший час борьбы грозился лютый ворог. Но богатырская рука была туга. Илья ударом в грудь дух вышиб из врага. И мстя нахвальщику, исполнен гневной страсти, труп разметал его на части. Как много говорит народный этот сказ. В нем есть пророчество, в былинном сказе этом. Да, нашей родине пришлось врагов не раз подобным подчивать ответом. Не раз вторгались к нам враги со всех сторон, но отражая их вторжение, мы не склонили, нет, простреленных знамен. И как завет былых времен, всю мощь собрав, несли врагу уничтожение. Так сились обратить в пустырь цветущий Сталинград, злой враг удары множил. Но месть час приспел, и волжский богатырь всю вражью нечисть уничтожил. Победу, равную какой не видел свет, встречает наш народ восторженным приветом. Среди блистательных побед она отмечена своим, особым светом. В ней прошлого итог и образец векам. В ней нашей доблести высокое утверждение. В ней гробовой удар по вражеским полкам. В ней плана вражьего крушения. Непобедима та страна, борьбу ведя под солнцем славы незаходной, где гениальный план вождя пронизан мужеством народным.